Минобороны Азербайджана призвало российских миротворцев предотвратить провокационные действия армян. Как передает Ахар Ас, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. В информации отмечается, что список и карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджанской республики с названиями, соответствующими азербайджанским топонимам, были официально направлены Азербайджаном Министерству обороны Российской Федерации, предыдущему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также в совместный турецко-российский мониторинговый центр. Кроме того, в многократных обращениях выражалась необходимость использования в сообщениях именно этих названий. Несмотря на это, к сожалению, в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия наших населенных пунктов указываются вымышленными армянскими топонимами. Так. В официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации от 24 ноября 2022 года говорится о якобы нарушении Азербайджаном прекращения огня в направлении населенного пункта Магавус. Доводим до сведения российской стороны, что официальное название указанного азербайджанского населенного пункта, который они называют Магавус, это Чартаклы. Подразделения азербайджанской армии не нарушали перемирие и не производили ни одного выстрела в указанном направлении. В то же время заявляем, что информация, предоставляемая российской стороне о нарушении прекращения огня и других событиях со стороны незаконных армянских вооруженных формирований, в последнее время почему-то не находит отражения в официальных сообщениях российского миротворческого контингента. По приглашению Минобороны Азербайджана, командующий российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра 23 ноября провели осмотр обнаруженного инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии минного поля в северном направлении высоты Сарыбаба, где незаконными армянскими вооруженными формированиями были установлены противопехотные мины ПМ-НЭ производства Армении. В ходе осмотра было отмечено, что нашими подразделениями было обнаружено и обезврежено 350 единиц противопехотных мин марки ПМ-НЭ производства Армении 2021 года. К сожалению, российский миротворческий контингент не представил официальной информации об этом. Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской республики, в соответствующих своих сообщениях, правильно топонимизировать названия населенных пунктов на территории нашей страны и серьезно пресекать все провокационные действия незаконных армянских воинских формирований, включая минирование территорий, заявили в Министерстве обороны Азербайджана. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.